Всем привет и добро пожаловать на долгожданный обзор Nintendo Switch. Я долго думал, как же мне начать этот обзор с интригой, чтобы до последней секунды не было понятно, какого же я о ней мнения, либо вывалить все карты наружу и сразу. И если бы я снимал это видео неделю назад, то я бы определенно выбрал первый вариант, но сейчас только второй. Я бы лично рекомендовал перемотать видео на тайм-код, указанный на экране. Nintendo Switch. Плохая ли эта консоль? Ну, здесь зависит от того, под каким углом на нее смотреть. Если абстрагироваться от того, что на рынке присутствует Xbox One, PS4, мобильные платформы, то я от чистого сердца порекомендовал бы вам идти ее покупать. И многие так и делают. Эй, нельзя сравнивать Nintendo с PS4, с Xbox One. У Nintendo какая-то своя личная шкала оценивания, что ли? Почему так? Когда весь интернет срал Xbox One на основании того, что он хуже, чем PS4, никто и слова не сказал. Это было нормально. Но почему-то с Nintendo у нас какие-то особенные правила. Почему? Эта консоль вышла в 2017 году. Стоит она отнюдь не 50 баксов, а целых 22 тысячи рублей. Игры на нее стоят также, иногда даже дороже, чем на нынешних приставках, потому сравнение с нынешними консолями полностью оправдано. Первый плюс — это, естественно, портативность. Наконец-то, в 2017 году появилась реальная возможность играть в игры не дома и при этом, чтобы это не был сенсорный экран твоего телефона, а обыкновенная домашняя консоль с контроллерами с физической отдачей. Я бесконечно могу расхваливать Nintendo за прекраснейший форм-фактор, который позволяет тебе буквально все то, что они показывали в трейлере. Ты играешь дома, у тебя появились дела на работе, учебе, где-либо еще, ты просто вытаскиваешь консоль и берешь ее с собой. И это фантастически здорово. Справедливый вопрос, надолго ли хватает этой портативности? Да. Я не буду говорить точных цифр, потому что все это сухая статистика, но ты успеваешь ей наиграться, прежде чем она у тебя разрядится. Поэтому в плане батарейки претензий вообще нет. Второй плюс — это, конечно же, качество. Уже говорил в прошлом видео, что я остался в восторге от этого момента. Когда ты берешь в руки эту приставку, у тебя сразу же складывается приятное впечатление. Она в меру тяжелая и тактильно очень приятная. Для меня не важно, дорогая ли вещь, главное, чтобы она чувствовалась и выглядела как дорогая. И Nintendo этот запрос удовлетворяет с лихвой. Я имею в виду внешний вид, качество сборки, материалы, упаковку, и в этом смысле у Nintendo все очень благородно. Она стоит немалых денег, потому покупая устройство за подобную сумму, тебе хочется видеть, что его нихуем вязали. Так что и по этому аспекту к Nintendo у меня нет никаких претензий. И на этом плюсы этой консоли заканчиваются. Наконец-то прелюдия закончилась. Начинается жесткое изнасилование. Это, блядь, полный пиздец. Она великолепна ровно до тех пор, пока ты ее не включаешь. Как только ты нажимаешь кнопку снятия блокировки, начинается то, от чего ты не успеваешь охуевать, потому что этого так много, что ты не можешь сосредоточиться на чем-то одном плохом. Наверное, надо начать с игр. Да, пускай будут игры. Да, вы можете бесконечно мне говорить о том, что у Nintendo, у нее такой стиль. И сейчас игр мало, потому что она только вышла. Те игры, что вышли сейчас, уже дают представление о том векторе развития Nintendo, который будет в ближайшие годы. И все приставки Nintendo без исключения будут подтверждением моим словам. Добро пожаловать на необитаемый остров. Именно так можно назвать магазин Nintendo. Мы находимся в цифровом магазине, и просто посмотрите на эту яму. Дней 12 назад, когда я ее купил и зашел в стор, я охуел. Просто посмотрите на эти игры. Что это за позор? Почему оно столько стоит? И почему кроме этого больше ничего нет? Да я прямо сейчас захожу в сраный App Store, захожу в топ-чарты, и там игры на 20 голов выше, чем те, что предлагает Nintendo Store. И что самое главное, они намного дешевле. То, что здесь стоит 70-100 рублей, и там стоит то тысячи и больше. Перед покупкой Switch'а я пересмотрел миллионы обзоров для того, чтобы знать, о чем вам вообще рассказывать, в том числе обзор немалоизвестного Антона Логвинова. Да, все давным-давно понимают, что в каждую складку его аполлонского тела рекламодатель засовывает бабки, но тем не менее он так правдоподобно рассказывал про то, что она такая прекрасная. Показывал игру, ту самую игру, где надо бумажечками разрезать друг друга. Мол, это такая великолепная, классная игра, где можно играть всей семьей. Она такая ламповая, такая компанийская. Но про цену этой игры он не сказал. 1400 рублей за это, серьезно? Все игры, что вы видите сейчас, это уровень Steam Greenlight. Многие, в том числе и я, издеваются над Steam, что он полностью забит таким говнищем. Но если Steam этим забит, то Nintendo Store из этого полностью состоит. И всегда состоял. Эти игры
и есть то самое, это фирменные игры Nintendo, как говорят. Согласитесь, насколько замечательна и одновременно гениальная стратегия оправдывать No Games тем, что это стиль у нас такой. Игры для олдфагов, олдскульных геймеров. Нет, это, конечно же, мое мнение, но я не понимаю, неужели находятся люди, которые это покупают? Это! За эти деньги! И что немаловажно, еще получают от этого удовольствие. Какое, блядь, пиздец. По подписке PS Plus владельцы получают каждый месяц по 3 игры. И каждый месяц раздачи начинается с того, что все ноют, о боже, какие херовые игры в этом месяце. Дать бы этим петушкам игры Nintendo, чтобы почувствовали разницу. То, что вам дается каждый месяц в PS Plus, это не только на 10 голов выше того, что продается в Nintendo Store, так к тому же оно еще и бесплатное, в то время как в Nintendo Store за это требует 30 баксов, 40 баксов, 50. Это просто пиздец, посмотрите на эту игру. И на то, сколько она стоит. Потом снова на эту игру, а затем сколько она стоит. Затем снова на эту игру, и сколько она стоит! Это какая-то шутка. Ты лазишь по этому стору, и у тебя ощущение, что это какой-то пранк. И сейчас откуда-то вылезет Гурам Соболевым и такой: это был социальный эксперимент, насколько люди охуевают от этих цен. Сильно охуевают. Очень сильно. В 2017 году я хочу играть в игры 2017 года. Если по какой-то причине мне упадет, блять, сковородка на голову, и я захочу окунуться в прекрасный олдскульный мир 80-х, 90-х, то я куплю Sega либо PlayStation 1. Я не хочу покупать платформу почти за $400, затем покупать на нее игру за 1000 рублей, которая своим видом какое-то пиксельное месиво времен палеозоя. На ваших экранах одна из немногих игр, которые я купил. Я с первого взгляда влюбился в этот новаторский геймплей, в это необыкновенное звуковое сопровождение, а графон... 1300 рублей. Да даже позорный бесплатный Асфальт 8 на моем телефоне выглядит интереснее и лучше. Зельда, ну как же без Зельды? Главный систем-селлер. Игра, которую критики оценили намного больше, чем Horizon Zero Dawn. Я много издевался над игрой до того, как начал в нее играть, и признаю, я был неправ. Поспешив критиковать, не поиграв, я допустил большую ошибку. Зельда очень неплохая игра. Атмосферная, ламповая. Она тебя затягивает, и я готов был бы на этом закончить и посоветовать вам эту игру, так как это полноценный RPG в открытом мире. В нее даже иногда интересно играть, но есть одно маленькое но. Маленькое но. Вот прям вот малюсенькое. 5000 рублей, нахуй! 5 ёбаных тонн за мультяшную игру! Какое, блядь, пиздец. Ведьмак 3 – самая проработанная RPG игра на данный момент с потрясающей графикой, безусловно, охуительно, досконально построенным сюжетом, стоит дешевле! Вы все срали новый Mass Effect. Какие там плохие анимации у лиц героев? Ох, зайчики мои, а как вам это? И вы за это просите почти 5000 рублей, да? Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! На самом деле все это шутки, я уверен, что 5000 рублей цена оправдана. Просто как минимум половина этой огромной цены вложена в упаковку. Посмотрите на эту богатую комплектацию, на эти артбуки, блюрей-диски. Сюда даже бумажку не положили. Я очень много слышал то, что картриджи Nintendo на вкус очень противные. Ну-ка. Ну знаете... Хуй, который мне запихнули японцы, продав это за 5000 рублей, намного неприятнее. Эта игра очень легкая. Все, что в ней затягивает, это крафт. Это самое банальное и самое легкое, чем может тебя затянуть разработчик. Я бы кричал бы на весь интернет, что это must have. Бегите, покупайте, если бы она стоила хотя бы, ну, 2000 рублей. Я сейчас не обсыраю, я озвучиваю лишь то, что ты сейчас думаешь. А думаешь ты сейчас о том, почему в App Store и Google Market резко подорожали игры? Да, Nintendo портативная, да, Nintendo удобная, да, Nintendo качественная, но с этими ценами на игры мне проще и легче купить геймпад для своего айфона, и будет то же самое. Вам могло показаться, что про цены я сказал все, но и близко не все. В силу того, что Nintendo аутсайдер, по крайней мере, европейского рынка, потому что она делает всякие красочные игры про Марио, у всех складывается стереотип, что Nintendo это маленькая японская няшная конторка, которая делает игры для своих любимых фанатов, но это не так. Это ни разу не ламповая маленькая японская конторка, это безжалостные кровавые якудза, которые зарежут тебя за лишнюю копейку. В комплекте идет грип-станция для джойконов. Вроде бы
полноценный геймпад, но нет. Во-первых, он недостаточно удобен, он довольно маленький. Второе, и самое главное, их нельзя так заряжать, допустим, лежа на диване. Но если ты хочешь заряжать лежа на диване, то купи такую же грип-станцию, но с зарядкой. Но почему вы не могли положить ровно такую же самую, но с зарядкой в комплекте? А если ты хочешь полноценный геймпад, то почему бы тебе не купить Pro Controller 4300 рублей? Что? Серьезно? DualShock One Controller лучшие геймпады нынешнего времени, превосходные по качеству, почти на 2000 дешевле. Да идите вы нахуй! Теперь по мелочи. Здесь нет интернет-браузера. Это проблема не потому, что я зависимый от сети, а потому что если мне надо подключиться к Wi-Fi, чтобы поиграть в какую-то игру, и допустим этот Wi-Fi будет в каком-то кафе, то практически в любом кафе надо авторизироваться через браузер, которого здесь нет. Экран — это что-то особенно ужасное. Во-первых, в выключенном состоянии он серый. Такое встречается прямо на очень дешевых китайских смартфонах. В нормальных, дорогих устройствах выключенный экран превращается в зеркало. Второе — это его разрешение. Разрешение здесь катастрофически ужасное. При портативном использовании все нормально. Но как только ты подключаешь его к монитору или телевизору, ты видишь каждый пиксель, ты видишь каждую лесенку. В главном меню все очень плохо. На циферблате настолько много лесенок, что ты можешь поцарапаться об эти цифры. Почему все смертельные грехи Nintendo оправдываются тем, ну это Nintendo, ё-моё, как ты можешь к ней так придираться? Превосходное оправдание. Давайте мы возьмем Ладу Калину и повесим на нее ценник 100 тысяч долларов. И каждый раз, когда нам будут говорить, что, блядь, да она и вровень не стоит с Mercedes, BMW, мы будем отвечать, ну это Лада Калина, ну что вы от нее требуете? Но Лада Калина не стоит 100 тысяч баксов, а стоит 7, и к ней никто не имеет претензий, и с BMW и Mercedes ее никто не сравнивает. Что Nintendo Switch, что ее игры находятся на одном ценовом диапазоне с нынешними консолями, поэтому сравнение полностью справедливое. Будь ее цена 10 тысяч рублей, стой на нее игры по 1000 рублей, вопросов бы не было. Пожалуй, я откажусь от удовольствия резюмировать это видео, не стану диктовать вам свое мнение, я вам наружу вывалил все, делайте вывод сами. Могу подытожить одной мыслью: PS Vita стала тем, кем она является сейчас, ровно потому что Sony выбрали для нее именно тот путь, по которому сейчас идет Nintendo Switch. На этом все, всем чао.